Я думаю, что я до 40-го года программы я не доживу, во-первых. А во-вторых, зачем я буду? У нас есть ЖКО, ЖРУ, которые должны все-таки заниматься этим, и ремонтировать, и делать все. Платить приносит этот. А в каком году это сделают, те капитальный ремонт? Это сколько можно посчитать? Это можно 100 новых домов отстроить. Куда мои деньги уйдут? Потом кто мне будет этот ремонт делать? С кого я буду спрашивать? Квитанция? Один адрес. Все. Инициалы. Неизвестно это чьи. Кому я эти деньги буду платить? Потом я с кого буду спрашивать? Ну, я считаю, что, в общем-то, еще они не отработали всю вот эту вот, так сказать, работу по капремонту. Но присылают, но не хочется тоже набирать. Потом вдруг они передумают что-то и придется платить такие деньги. Я может быть, умру в этом году. Мне 86. Я, может быть, вот через месяц умру. А зачем? Кому это я буду платить? Что они дадут эти нам? Нет, детка. Уберем капремонты из ваших квитанций.